Проект «Артир» – место для выражения себя при помощи красок. Причем не академическими, а совершенно нестандартными и интересными способами. Большинство посетителей приходят сюда, практически не имея художественных навыков. В процессе творчества они приобретают технические умения, понимание цветовой гармонии, а также знакомятся с основами композиции. Смысл проекта в том, что в нем может каждый человек сотворить свой шедевр. Причем не обязательно владеть техниками, сложными техниками рисования, которым классическая живопись учит долгие годы там, в школе, в художественной, в институтах, в колледжах. А это экспрессивная живопись. Идея создать площадку для того, чтобы все желающие смогли выразить свои творческие способности, взята у коллег из Санкт-Петербурга. По мнению авторов проекта, в пространстве «Артир» рисуют гениальные картины даже те, кто всегда получал двойки на уроках рисования в школе. Каждый пришедший сюда выражает свою экспрессию, мысль, идею, чувство за счет цвета. Каждый цвет, он имеет психологический контекст, скажем так. И в тот день, когда к нам пришел человек, он уже стал художником, потому что не нарисовать картину невозможно. В «Артире» рисовать можно где угодно и как угодно. Пространство – это своего рода арт-терапия. Искусство любое, оно очень арт-терапевтично. И когда человек рисует, он выражает себя, свои эмоции, этим разгружает их. И именно это здесь можно сделать. В планах у авторов проекта также рассказывать о современном искусстве при помощи лекций, арт-флешмобов и мастер-классов. И теперь у жителей Владивостока есть возможность почувствовать себя художниками и начать создавать собственные шедевры. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный, новости на Восьмом.